Всем привет! Пришла очередная посылочка из Китая, с сайта AliExpress. Сейчас вот так вот она выглядит. Сейчас мы ее вскроем, посмотрим. На ощупь вроде бы здесь чехол для телефона. Все может быть. Все может быть. Потому что, да, действительно, это чехол для телефона. Вот. Заказывал я его на Samsung. На iPhone 4S. Вот. Шел он дико долго, наверное, месяца два. Так. Сейчас мы это дело узнаем. Сейчас я его вскрою. Посмотрим, нигде ли нету коцок. Ну, коцок вроде нету. Все вроде бы четко. Да. Да, все нормально. Вот так вот он выглядит. Вот. Заказывал я его для сестры. У нее iPhone 4S. Сейчас посмотрим, сколько стоит данный чехольчик. Там было очень много разнообразия. То есть там были не только вот такой чехол, там был с разными веточками, там цветочками и так далее. Ну, ей приглянулся такой. Ну вот, и в принципе мне было, если честно, все равно. Так, вот он. Значит, цена на него 1,93 цента. Шел он. Так, смотрим. Да, действительно. Заказывали мы его 29 марта. Ну, без малого 2 месяца. Сегодня у нас 24 мая. Без малого 2 месяца. Сегодня мне пришло оповещение как раз о том, что заканчивается защита. Оставалось 4 дня. Вот. И я китайцу отписал, типа, посылка еще не пришла, продлите защиту. Пока он молчит, но сегодня я вскрыл посылочку и обнаружил вот этот вот чехольчик. Вот, поэтому подтверждаем мы ему получение данного заказа. Вот. Ну, с доставкой, конечно, он лоханулся. Собственно, тут больше сказать нечего. Нормальный чехол. Вот, если кому-то нравится или хотел бы приобрести нечто подобное, ссылочку на продавца я оставлю под видео. Заказ приходит, как вы видите, качество, в принципе, нормальное. Ну, оно стоит этих денег, которые я заплатил. Вот, и в принципе можно смело заказывать. Единственное, вот здесь контур черный, на белых телефонах, наверное, будет не шибко классно смотреться. Ну вот, поэтому, если что, дерзайте. На этом видео я заканчиваю. Если видео понравилось, ставим лайки, не забываем подписываться на канал. Всем пока!